Я хотел быть предпринимателем еще, когда был совсем маленьким мальчиком. Я продавал соседям опилки от деревьев, которые дедушка пилил и рубил. Я Коль Давыдов, я предприниматель и инвестор в Кремниевой долине. Я основал венчурный фонд Gagarin Capital Partners и соосновал компанию Cherry Labs. Чтобы быть предпринимателем, надо хотеть предпринимать. Это единственное качество, которое вам по-настоящему нужно. Свобода. Свобода создавать. Деньги – это инструмент, который позволяет создавать вещи, которые мне хочется создавать. Вещи, от которых меня самого прет. Для меня успех, когда я что-то создал, и это нужно людям. Если бы я мог дать себе совет, я бы сказал: учись круглосуточно. Но не тому, чему тебя учат в школе. Открывай интернет, открывай Википедию, читай, узнавай новое. Смотри курсы на Ютубе, смотри курсы SV Camp, учись создавать.